поведали недавно удивительную тайну. Дескать, есть на свете плод, не на дереве растет, не на травушке былинке, и не рвут тот плод в корзинке, ни в полях, ни на лугах, в человеческих сердцах. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы принесла более плода. Я есть лоза, а вы — мои ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Thank you.
плод, и чтобы плод ваш пребывал. Аминь.